Георгий Сардалашвили, 20 лет, 6 номер рейтинга. И Гастон Рузиев, 27 лет. Совсем не ровесники. Ошибся, неправильно посмотрел при выходе финалистов. Трибуны барабанами и свистом активизируют своего батыра. Выдержал первую атаку Сардалашвили. Так, 23 номер рейтинга Рузиев. В Баку бронзу забрал. В прошлом году бронзовым был в Казахстане. И также на домашнем шлеме завоевал третье место. Сегодня прогресс в любом случае. Либо первый, либо второй. Уже выше, чем в прошлом году. И на открытых играх Азии, на чемпионате Азии, был чемпионом в 22 году. Продолжает атаку в партере. Защищается грузинский атлет. Так, отходит ноги. Грамотно работает Рузиев. Накрыл. Все, он чувствует, слышит, понимает. Отпускать нельзя. Ни в коем случае нельзя расслабиться. В Азаре есть уже. Держит, 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 держит. Хорошо сковал. Его величество Партер. Просим любить и жаловать. Итак, на чемпионате мира Сардалашвили был третьим в 23-м году. На домашнем большом шлеме в Тбилиси серебро. Пятый на гран-при в Португалии в 23-м году. И в Иерусалиме на Мастерс пятым становился. Сегодня вновь пятый. О, пардон, второй. Еще одно серебро большого шлема. А Дастон Рузиев принимает поздравления от болельщиков с трибун великолепного ташкентского клуба.